Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Да, платеж произведен успешно, по доверенности. Вы давали доверенность? Да. А можно как-то вернуть эти деньги? А что значит вернуть? Отменить перевод. Подождите, вы давали доверенность на имя Альберта Куликова? Да. Если доверенность в момент перевода была действительна и содержала полномочия по распоряжению денежными средствами, то сделка соответствует законодательству. И ничего нельзя сделать. Но вы отзывали доверенность? Нет. Так что вы хотите? Перевод произведен законно. Ну, я не знаю, ну идите в полицию, пишите заявление. Банк здесь ни при чем. Банк сделал все правильно. Спасибо. Вот заявление. Ее уже ищут одна дама. А вы можете дать мне ее адрес? Я не могу давать адреса постороннему человеку. Я вас очень прошу, пожалуйста, дайте мне ее адрес. Я сама буду его искать. Я хочу, чтобы он был наказан. Но для этого мне нужно найти как можно больше женщин, которые от него пострадали. Я не думаю, что нас было только двое. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы к кому? Здравствуйте, я думаю, к вам. Я могу войти? Семь месяцев назад я познакомилась с мужчиной. Он очень быстро с моим сыном, подростком, подружился. Стали жить вместе, я забеременела. Он меня с сестрой своей познакомил. И уговаривал переехать к нему в провинцию. Мол, там красота неописуемая. Мы даже школу присмотрели моему сыну старшенькому. Затем пошел разговор о будущем домике. Я деньги перевела на строительство этого домика и доверенность на машину сделала. А он на этой машине уехал и пропал. Пошла в полицию. А в полиции мне сказали, что сделали запрос по моей машине и что она уже перепродана. Его звали Альберт? Нет. Павел. Павел?
Посмотрите, пожалуйста. Вот это вот. Вот это он? Ну, да, он. Этот мужчина был и моим женихом тоже. Только звали его Альберт. Что с вами? Сейчас, секундочку. Что с вами? Люба, Люба, вы в порядке? Смирнова Любовь, вы ждете? Я. Родила недоношенную девочку, ребенок в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Спасибо большое. А вы к кому? Да я звоню, а дверь никто не открывает. Вы не знаете, есть там кто? Да, жили здесь. Месяц назад выехали. Девушка и какой-то мужчина. А вчера со своими сумками куда-то побежали. Очень спешили. Да, это он. А где они сейчас, не знаете? Куда они уехали, не говорили вам? Не знаю. Не говорили. Залиште голосове повідомлення після сигналу. Что будем делать? Ее нигде нет. Не знаю, без конца звоню, она трубку не берет. Может, нам в полицию пойти? Мама, слава богу, живая. Мамочка, ну где ты была? Ну, мы тут с Валей чуть с ума не сошли. Подожди, дочка, подожди. Подожди, пожалуйста. Нин, может, поешь чего? Хочешь, я тебе чай приготовлю? Какая дура, а? Жила с мужчиной, ничего, кроме паспорта, не видела. Ни документов на квартиру, ни документов на ипотеку, ничего. Неужели он мог со мной так поступить, а? Я же такая счастливая. Он же меня любил. Как же я могла так ошибаться, а? Ниночка, ну, нужно держаться. У меня не осталось ничего, одни долги. Скоро кредит платить, квартиры заложены. Ни продать, ни разменять. Я Николаю должна, боже мой. Валя, я же даже тебе должна. Нин,
За меня ты не переживай. Я что-нибудь придумаю. Валечка, миленькая, я тебя очень прошу, прости меня, пожалуйста. Я обязательно найду деньги, чтобы тебе вернуть. Я же знаю, как тебе это важно. Господи, дура какая, ну! А вот винить себя не нужно. Ты же не знала. Как тут проверишь, если человек говорит тебе, что любит? Ты же ему в голову не залезешь. Аня, как стыдно. Господи, стыдно как. Нина, очень хорошо, что вы пришли. Рад вас видеть. Не мог найти вас и, честно признаюсь, думал о вас. Вспоминали, как я вас пыталась выставить из кафе? Да. Не каждый же день тебя выгоняют из собственного кафе на улицу. Как ваше дело? Может, зайдем чай выпьем? Да. Как-нибудь в другой раз. Не до этого. Нужно отвлечься. В конце концов, произошло не самое страшное. Все поправимо. Вы дозвонились до этого человека? Значит, он так и исчез. Да. Как можно мочь такую девушку, как вы? Ну, чем я лучше других. Ну, вы производите впечатление женщины душевной. Что это очень важно для мужчин. То, что кто-то исчез и спрятался, еще не самое страшное, есть вещи и похуже. Что хуже? Хуже? Когда тебя обманывают, а ты не подозреваешь, принимаешь все за чистую монету. Неприятно, знаете ли, чувствовать себя дурой. Простите, просто обидно очень. Мы встречались каждый день, а он, оказывается, врал, чтобы меня обокрасть. Ну, возможно, вы не единственная его жертва. Да. Похоже, это его работа. Каждый зарабатывает по-разному. Пойдемте, выпьем чай, поговорим спокойно. А какие у вас были планы в этом кафе? Что вы хотели? Я хотела открыть семейное кафе. Для молодежи и их родителей, для бабушек и дедушек. Хотела назвать его «Кухня». Оформить так, чтобы каждый из посетителей чувствовал себя здесь, как дома. Меню специальное сделать из старых и современных рецептов. У меня очень много рецептов, большая коллекция. В семье потомственные повара, династия, можно сказать. Ну, рухнула моя затея. Ну, почему же? Очень хорошая идея по поводу семейного кафе. И объединить старую и новую кухню. Это тоже что-то новое. Ну, по крайней мере, я об этом впервые слышу. Вы у следователя были? Да. И? Давайте вместе сходим. Ну, куда лучше, когда мужик с мужиком разговаривает? Хорошо, спасибо. Александр Иванович, что можно предпринять? Нина попала в ужасную ситуацию, и можно ли вернуть деньги и наказать его? Понимаете, даже если мы найдем, его сложно будет привлечь. Ведь эти жертвы сами отдали ему свои деньги. И что, теперь он будет дальше продолжать заниматься этой деятельностью? Ну, можно постараться его найти и привлечь. Но деньги своим жертвам он не вернет, наверняка он их припрятал. Я вас очень прошу, помогите нам. В прошлый раз вы оставили заявление. Ну, дадим ему ход, будем разбираться. А для начала нужно этого Альберта и его боевую подругу. Как ее там? Лера. Лера. Для начала их нужно найти. Объявлю их в розыск. Ну, а параллельно будем еще искать пострадавших от этой парочки. Мы тоже будем их искать, Нина. Не переживайте, найдем.
Очень мне неловко перед вами за свою глупость. Да отпустите уже эту ситуацию. Таких аферистов очень сложно распознать. Практически невозможно. И никто, к сожалению, не застрахован от этого. Так что не казните себя. А знаете что? Я тут подумал. Может, вы пойдете ко мне в кафе работать? Будете шеф-поваром. Была у меня тут некая Яна. Так вот, я пожалел, что ее взял. С Яной мы знакомы. В одном ресторане вместе работали. А она до сих пор у вас трудится? Нет, я ее уволил. Сейчас мое кафе практически не работает, оно нерентабельно. Надо либо закрывать, либо менять в корне. Ну, я имею в виду концепцию, меню и так далее. Да-да. Я, конечно, совершил очень много ошибок, и клиенты просто перестали ходить. А вот ваша идея по поводу семейного кафе мне очень нравится. Спасибо вам за предложение, я соглашусь. Но у меня, правда, и выбора особо нет. Я в долгах, как в шелках. Ну, тем более, долги рано или поздно нужно отдавать. Да. Давайте так. Вы принесете мне варианты своего меню на рассмотрение. Это исключительно деловое предложение. Хорошо. Вот заключим, так сказать, сделку. Вот, значит, завтра приходите, приготовите мне что-нибудь по своему рецепту. На дегустацию. Ну, а потом посмотрим, что у нас получится. Как скажете. Познакомь меня со своей мамой. Она мне уже заочно нравится. Хорошо. А пойду к нам в гости. Она сейчас дома как раз. Что-нибудь вкусненькое приготовит. Пойдем? Пойдем. Хорошо. Кстати, забыл тебе сказать. Звонили из перинатального центра. Пришло время для процедуры ЭКО. Наконец-то. Я уже думал, что там про нас забыли. Ведь я хотела тебе сказать, что денег на ЭКО нет. Как-то нет. Где же они? Я все деньги отдала Нине в долг. Что? Как? Что ты сделала? Ты с ума сошла? Почему ты мне об этом ничего не сказала? Две дуры. Две дуры! Аферисту все деньги в руки отдать! Приятного аппетита. Приготовила для вас грибной пудинг. Попробуйте. Вкусно. Прям тает во рту. А что за рецепт? Нашла в старой поварской книге. Прошлого века еще. Как интересно. Можете показать? Конечно. Вот он. У нас в семье много таких книг. Да, не говорила. Оригинальный рецепт. Да, и очень просто в приготовлении. А как у Анечки дела в ресторане? Аня молодец. Скоро она будет моим наставником. Зашла за трудовой книжкой и думаю, дай сюда загляну. А тут все те же. Опять ты мне дорожку перешла. Что, не удалось Корнеева захомутать, так ты теперь тут пытаешься то же самое сделать? Только и думаешь, как какого-нибудь мужика заарканить. Надо же. Как вообще земля таких носит, а? Чтобы все с тобой так поступали, как ты со мной, поняла?
Дегустируйте, пожалуйста. Солянка и гратен из баклажанов. Сейчас попробуем. Что? Вы же что, издеваетесь надо мной? Перцу от души насыпали. Вы недалеко от Яны ушли. Я не понимаю, что произошло. Вы гостям такой же будете суп предлагать? Нет, уж увольте. Я не могла ошибиться. Я слушаю. Алло. Нина? Слушайте, я понял, что это сделала Яна. Алло. Нина? Вы меня слышите? Я вас слушаю. Мне охранник сказал, что Яна приходила до вас. Я знаю, что вы бы так никогда не поступили. Почему вы так считаете? Потому что вы другая. Еще раз извините меня за то, что я погорячился. Приходите завтра в кафе, я вас очень жду. Хорошо, я приду. Когда мы уедем отсюда? Ты обещал, что дело с этой бабой будет последним. Лер, ну может хватит уже, а? Что хватит? Мы долго будем прятаться в этом городе? Я уже 100 раз тебе говорил, я хочу отложить отъезд. А почему? Ну, потому что у меня в этом городе есть еще дельце. Какое дельце? Очередная баба? Хочу признаться, мне на крючок попалась еще одна женщина, 45 лет, одинока, своя машина, квартира, бизнес, в общем, полный фарш. Где подцепил? Да случайно познакомился. Сразу понял, моя клиентка. Слишком простой вариант, чтобы ее отпускать. Я ее в ресторан пригласил уже. Честно, мне не хочется вас выручить. Что? Что? В этом городе столько одиноких баб. Я сам в шоке от такого количества. Работы непочатый край. Правда, теперь нужно быть более осмотрительным, ну, чтобы не попасться на глаза тем, кого уже отработал. Ну что? Ну что ты так смотришь? Да. Мне нравится моя работа. И хочу признаться, что чем сложнее дело, тем больше удовольствия я получаю. Тебе не понять, там такой адреналин. Олег, ты доиграешься. Лера, если тебе не нравится, можешь ехать. Да. Прямо к станку, на завод. Поработать немного. Но я все-таки надеюсь на твое благоразумие, что ты у меня умничка останешься. Ты помнишь поговорку? Жадность фраера сгубила. И тебя погубит. Нам ехать надо, нас ищут. Эта повариха это так просто дело не оставит. Помяни мое слово. Не пройти. Пока. Телефон. Что случилось? Потом объясню. Алло, мам. Тут твой Альберт. В моем ресторане. С какой-то женщиной. Я сейчас приеду.
Наблюдай за ним, постарайся сделать так, чтобы он не вышел, а я в полицию позвоню. Хорошо. Мы встретились, чтобы быть вместе. Это судьба. Я даже мечтать не мог о такой, как ты. Я искал тебя всю жизнь. Подожди, я сейчас вернусь. Конечно, любимая. Извините, пожалуйста, я вас прошу выслушать меня, вы только не пугайтесь. Вы о чем? Мужчина, который сидит с вами за столиком, мошенник. Вы можете попасть в очень неприятную историю, так же, как это случилось со мной. Что за чушь вы несете? Анатолий мошенник? Этого не может быть. Это он сейчас, Анатолий. А со мной был Альбертом. А до этого был Павлом. Это вы так убираете соперниц? Или вы просто интригантка? Я позову на помощь, если вы мне не дадите пройти. Понимаете, я не шучу. Пожалуйста, помогите мне его задержать. Сюда полиция едет. Вы обо мне можете думать все, что угодно, но вы меня услышите, пожалуйста. Это очень опасный человек. Он обманом у меня огромную сумму денег отобрал. Он врал мне каждый день. Даже в ЗАГС меня сводил, а потом исчез. Понимаете? Ну как же. Все, что захочешь, любимая. У меня впечатление, будто мы знакомы с тобой всю свою жизнь. Вас ожидает та же участь. К сожалению, мы с вами не единственные. Я думаю, он многих так обманул. Что я должна сделать? Постарайтесь, пожалуйста, его задержать под любым предлогом, если он захочет уйти. Спасибо. Нормально? Да. Может, пойдем уже? Ой, еще посидим. Хочу десерт. Или флатан. Все, что захочешь. Ничего не нарушал. Я законопослушный гражданин. Да ну что вы? В полиции разберемся, кто ты есть на самом деле. Везде оформляю. Добро. Здесь уже несколько заявлений. Ты проходишь по трем из них. Подозреваем тебя в подделке документов, мошенничестве, завладением чужого имущества. Все это потянет на десятку с конфискацией. Да ладно. Какое мошенничество? Какое хищение? Я к этому не имею никакого отношения. Это еще доказать надо. Докажем. Не первый день работаем. Это Лера во всем виновата. Моя гражданская жена. Это она придумала грабить баб и сама грабила. А я... А что я? Я охмурил только двоих. Да, я хочу уточнить, что деньги я у них не брал. Они мне сами давали. Кстати, твою боевую подругу мы тоже задержали. Давно вы с ней занимаетесь этим бизнесом? Ладно, следствие разберется, сколько женщин вы ограбили и кто мог предприятие. Жаль только, что не все женщины обратились в полицию. Поэтому вы и вели себя так безнаказанно. Женщины, женщины, женщины. Да они сами виноваты. Хотели быстрого счастья? Пожалуйста. А за удовольствие платить надо. Я давал им это счастье, я делал то, что они хотят, и они за это мне платили. Что, вы бы отказались от денег? Я? Да. Я бы не брал чужие деньги. И уж если вы спросили моего мнения, то на вашем месте я бы написал чистосердечное. Смирнова Любовь, говорите? Да. Она уже выписалась. А девочка? На девочку она написала отказ. Сказала, что у нее нет возможности одной растить ее. А где сейчас ребенок? Ее отдали в дом малютки. Спасибо.
Валь, я зайду к тебе сейчас ненадолго, ладно? Валя? Валь, что случилось? Чего не обращай внимания? Валечка, я же вижу, ты расстроена. Что произошло? Витя не нашел денег на ЭКО. Не знаю, что нам теперь делать. Прости меня, пожалуйста, это я виновата. Ты же не хотела, сама вон как пострадала. Алёш, я не знаю, как ты к этому отнесешься. У меня есть вариант. А давай прогуляемся, обсудим, давай? Да? Какая маленькая. 3 недели. А что это у нее на личике? Это акне новорожденных. Характерно 20% детей. Через 2 недели пройдет. Как тебе малышка? Она мне очень нравится. Я хочу удочерить эту малышку. Она уже в моем сердце. Только бы Витя согласился. Ну, позвони и поговори с ним. Он у тебя хороший, я думаю, согласится. Думаешь? Угу. Алло, Витя. А что, если мы возьмем мы ребенка из дома малютки? Какого еще ребенка? Ну, это женщина, Люба, которая родила от Алика. Она отказалась от ребенка. Малышка осталась без отца и без матери. Витя, она такая хорошенькая. Может, возьмем ее? Вот и про наследственность девочки подумала. У нее отец аферист. Да она совсем еще кроха. И вырастет такой, какой мы с тобой ее воспитаем. Ведь я уже отчаялась забеременеть. Мы с тобой 100 врачей обошли. Что только не делали, все безрезультатно, но ты же знаешь. Ну давай хотя бы ты сходишь и просто на нее посмотришь. Ну хорошо, давай сходим. Посмотрит? Как хорошо, что ты согласилась здесь работать. Что бы я сейчас без тебя делала? Ты видела, сколько народу в зале? Ага. Спасибо, что позвала. Заказ стейки с семги. Приняла заказ. А идея-то хорошая оказалась. Совместить современную и старинную кухню. Даже не ожидал, что так получится. Так что поздравляю вас, девчонки. Спасибо. Сергей, у нас заготовки на завтра сделаны. Да и сейчас все готово. Я хотела отпроситься. У меня дело важное. А с Надюшей мы договорились, она меня подменит. Хорошо, да. Хорошо. Я тоже сейчас уеду. Спасибо. Вам спасибо. Надюша, выручай. Ну что? С днем рождения! Спасибо! Держи! Нравится? Да! Смотри, какая она мохнатенькая! Папа, вот она, тетя Нина, про какую я тебе говорила. Она мне сделала эту игрушку. Я ее так люблю! Спасибо! С именинницей! Осторожно. Ну и где твоя сестра? Где она бегает? Или у нее опять новый проект? Вить, ну зачем ты так? Сейчас она придет, обещала быть ровно в 12. Да? О, а вот и Нина. Чуть не опоздала. Забрали уже? Ну,
Поздравляю, папа. Спасибо, тетя. Как назвали? Соней. Что за имя Соня? Ну, просто она очень любит спать. Ну и что, из-за этого теперь так девчонку называть? Мне, например, нравится имя Маргарита. Маргаритка – цветок. А мне нравится Соня. И вообще, я мама, и я буду решать, да? А я папа. Мою дочку будут звать Маргарита. Ладно, вы спорьте, а мне нужно убегать пока. Ну что, Маргарита, простим тетку? Естественно. А давай тетю Нину позовем к нам домой. Почему она всегда уходит? Пусть она у нас останется, поживет. Ну, давай спросим у тети Нины. А почему ты всегда уходишь? Мне нечего тебе ответить, дружочек. А давай ты позовешь у нас. Давай ты останешься у нас. Давай. Здравствуйте. А могу я видеть Сергея Терехова? Кто вы? По какому вопросу? По личному. Я его жена. Как жена? А что вас так удивляет? Ничего. В зале посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Привет. Привет. Что тебя заставило вернуться из-за океана? Я прошу тебя выслушать меня. Сереж, я очень жалею, что все так получилось. Я ошиблась выбором. Поздно жалеть. У нас общая дочь. Суд оставил ее со мной. Вика моя дочь. Я ее биологическая мать. Вот именно что биологическая. Ты бросила ее? У нас все хорошо с Викой. Я люблю тебя. Не верю. Я хочу увидеть свою дочь. Хорошо. Хорошо. Я предоставлю тебе такую возможность. Как мама поживает? Работает. Все хорошо у нее. Потихоньку кредит отдаем, долги. Ты как? Нашел новую работу. Вы где живете? Все там же. Дочь, ты передай маме, что я не буду брать деньги за ремонт. Я за последнее время много что понял. И вообще раскаиваюсь, что вел себя просто по-скотски. Прости меня, дочь. Прости. У мамы нужно прощения просить. Не хочу ничего объяснять. Не, объясни, пожалуйста, что происходит? Ничего, просто ты, оказывается, женат. Ты про Алису? Ты моя бывшая жена. У меня с ней все кончено. Бывшая жена тоже женщина. Ты разведен? Конечно. Не трогай меня, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Но ты можешь хотя бы в кафе остаться работать? Пожалуйста.
хорошо работать, я останусь. Отношений между нами быть не может. Тетя Нина, где ты была? Я по тебе соскучилась. Привет, моя хорошая. Нужно делать вот так. Нет, ты все неправильно поняла. С бывшей женой у меня все кончено. Клянусь. А теперь мы пойдем к нам. Ну а что, правда? Пойдем к нам? Мы с Викой тебя приглашаем. Ну, да. Что ж мне делать-то? Вставать и идти. Попали в горшок со сметаной две лягушки. Вот что делать? Та, что послабее нос повесила, да и пошла ко дну. А вторая решила, рано мне помирать-то. Буду-ка я скакать да прыгать, авось выберусь из горшка. А что дальше? Ну, слушай, что было дальше. И вот вторая лягушка, уж она прыгала, уж она скакала. Масло-то избилось, и она прыг на комок масла и выпрыгнула из горшка. Вот о чем эта сказка? А лягушка? Да, лягушка. А еще о том, что нельзя опускать руки ни в какой жизненной ситуации. Вот одна лягушка опустила лапки и утонула. А вторая прыгала, прыгала, боролась и осталась жива. Значит, всегда нужно сопротивляться жизненным обстоятельствам. Ну, как поживают молодые родители? С днем рождения. Я бы сказал, многодетные молодые родители. У нас будет двойня. Какой сюрприз. Да. Спасибо. Спасибо. Мы так счастливы. Врач сказал, что такое возможно, стоит только в семье появиться приемному ребенку. Вот это да. Я поздравляю вас. Спасибо. С днем рождения. Помогаем, помогаем. За именинницу. За именинницу. С днем рождения. Минутку вашего времени. Друзья, дело в том, что это кафе, это полностью заслуга Нины. Что, ну, посмотрите, как оно преобразилось. И все это благодаря тебе. Спасибо. И еще хочу сказать, Нина, выходи за меня. Thank you.